Несмотря на расхожие мнения, в СССР снимали не только идеологические фильмы, а снимали картины, которые актуальны и сегодня. Так, в августе 1958 года вниманию зрителей была представлена картина «Дорогой мой человек». Вам не тесно тут жить? Что? Я не понимаю, отец. Я по-русски спрашиваю. Квартира не маловата? Жилплощади хватает? Но сейчас вы увидите небо в алмазах. Вы свободны. Дайте воды попить. Сейчас, папочка. Что это? Осторожнее. А вы посмотрите на просвет. Что на просвет? Там же корона. Буква «Н» и римская «2». Ну? Ах, пап, какой ты недогадливый, радуйся. Из этой плошки сам царь Николай кушал водку. А теперь на Женечка купил по случаю. Времени у него много, на работу ходить не надо. Салют нации. Папка. Мы монархию! Беляков! Всю мировую сволочь били, чтобы ты... Папа! Чтобы ты из этих стаканов, чтобы дом у ребятишек отобрал. Отвечай, шкурник, отвечай, потому что я... Ты честь мою, коммуниста, мужика, имя мое. А что произошло? Ну, не угодили, извини. Уедем отсюда. Сейчас же, сейчас же. Ты только успокойся. Ничего, ничего. Все в порядке, ничего. Прошу вас завтра же очистить это помещение. Ясно? Извините за шум. Современный кинематограф, конечно, сегодня может похвастаться многими вещами. И фантастической зрелищностью, и колоссальной операторской работой, и спецэффектами, и, конечно же, многомиллионными бюджетами. А вот так, чтобы сегодня взять и снять фильм на времена, это, пожалуй, очень трудная задача. Как раз-таки, на мой взгляд, картина «Дорогой мой человек» – это картина на все времена. Это картина о человеческой душе, это картина о человеческих взаимоотношениях. В конце концов, это картина о личности. Режиссер Иосиф Хейфец за основу своего фильма взял роман «Дело, которому ты служишь». Роман, который написал Юрий Герман. Из этой книги получились два полнометражных фильма, одним из которых стал «Дорогой мой человек». Практически все актеры, которые снимались в этом фильме, признают, что картина удалась. А ведь на будущий год ей уже исполнится 60 лет. И при этом картина не потеряла своей актуальности. Кстати, многие зрители, которые смотрели этот фильм, признались, что эта картина в какой-то степени их изменила. Центральную роль врача сыграл известный актер, один из самых привлекательных мужчин советского периода, Алексей Баталов. Он снимался во многих картинах режиссера Иосифа Хейфица, и это стало не исключением. Сценарий фильма актер получил, будучи еще в больнице. Оперировавший его хирург взял на себя роль не только лечащего врача, но и консультанта. Он научил Баталова обращаться с медицинскими инструментами и помог вжиться в образ. Как и все актеры фильма «Дорогой мой человек», Баталов вжился в роль своего героя и четко передал его характер. Он передал его жизненные ценности и настроения в абсолютно разных ситуациях. Он создал образ человека, преданного своему призванию и чувствам. Существует мнение, что Юрий Герман в свое время писал образ героя в романе именно с Алексеем Баталовым. Неизвестно, насколько это правдивая информация, но в ленте «Дорогой мой человек» актеры полностью соответствуют героям, описанным в книге. Баталов прекрасно вжился в роль врача, судьба которого исковеркана войной. Сам актер считает свою работу над этой лентой полностью удавшейся. Баталов всегда выкладывается в своих фильмах полностью, и его герои отличаются жесткостью взглядов и долей иронии к окружающим. Так случилось и в этом фильме. В этой картине сыграл еще один актер, который, естественно, является одним из самых любимых актеров советского кино. Это актер Леонид Быков. Несмотря на то, что появляется он в картине только во второй части, его герой
сразу же приковывает к себе зрительское внимание. А с головой у меня все в порядке, а? Память не потеряю? Все в порядке. Понимаете, боюсь понадобиться. Все-таки хочу институт закончить. А что это такое, товарищ Ванрович? Что? Вы только что были с усами. Ну? С усами, а теперь... Нет, я брежу. Память откажет, я чайник. Роль Паши Богатырева многими кинокритиками отмечена как одна из самых лучших работ второго плана, так как Быков в советское время, пожалуй, не играл никто. Его герои всегда выглядели на экране очень органичными, а роли, в которых играл этот актер, всегда были любимы зрительской аудиторией. И, конечно, не стал исключением этот фильм. У Владимира Устименко, которого сыграл Баталов, на фронте погибли коллеги две женщины – Ашхена Ганяна и Зинаида Бакунина. К сожалению, с войны они не вернулись. Главный герой сильно переживал их потерю. Этих выдающихся женщин сыграли известные театральные актрисы Цицилия Мансурова и Валентина Журавская. У Цицилии Львовны роль в фильме «Дорогой мой человек», актеры которого все по-своему знамениты, была первой пробой в кино. Вторая лента с ее участием вышла только в 1972-м, а карьера актрисы проходила на театральных подмостках. Особенно знаменита Цицилия Львовна тем, что она сыграла Турандот в постановке, которую режиссировал сам Вахтангов. Деточка, здесь мы с вами не имеем права бояться и звать на помощь. Вам снится, что вы летаете? Бывает. Это от того, что вы растете. Мальчикам часто снятся такие сны. Даже если они запускают вот это. Что? Усишки. На мой взгляд, никто бы из актрис не сыграл так свою героиню Варвару, как ее сыграла урожанка маленького сибирского городка, замечательная актриса Инна Макарова. На своем собственном юбилее в 2013 году она призналась, что это ее самая любимая работа. А сам фильм «Дорогой мой человек» она пересмотрела сотни раз. По опросу журнала «Советский экран» этот фильм вошел в тройку лучших фильмов 1958 года. А для кого-то и в свой список самых лучших фильмов. Комментируя выход фильма на экраны, Хейфиц произнес свою известную фразу. «Я думаю, настало время вновь защищать интеллигенцию, художественно, на примерах искусства». А теперь самое главное. На мой взгляд, эта картина будет не безинтересна прежде всего современному поколению, поскольку это фильм прежде всего о человеческих отношениях. Советское кино, на мой взгляд, не может устареть, особенно потому, что несет вечные ценности. Сейчас таких, как главный герой картины Владимир Устименко, единицы. Именно на таких картинах современная молодежь должна учиться думать и воспитывать в себе личность. Этот фильм в свое время очень часто ругали за пропаганду коммунистических идей. Я, например, никакой коммунистической пропаганды в этой картине не увидел. А если даже и так, то мне хочется спросить, чем же так была плоха коммунистическая пропаганда, основой которой всегда была высокая духовная нравственность, высокая чистота человеческих отношений. Да, конечно, сейчас уже совсем другие времена и уже совсем другая пропаганда. Российский кинематограф на нас с вами вываливает ежедневно ушат помоев. На экране царят грязь, насилие, безнравственность. И мне всегда хочется задать вопрос высоким российским киноначальникам. А что вы, милые и дорогие, оставите после себя будущему поколению? Хотите знать ответ? Да ничего. Потому что таких фильмов вы не снимаете. Таких фильмов, как картина, которую я с удовольствием еще раз буду смотреть сегодня вместе с вами. Потому что такие картины настоящие. И эти фильмы живут вне времени, а не навсегда.